Высокую оценку всеобщим выборам в Мьянме дал во время своего визита в страну специальный представитель китайского правительства. Заместитель министра иностранных дел КНР Лю Чжэньминь посетил соседнее государство в начале декабря. Там высокого гостя из Китая приняли президент Мьянмы У Тхен Сейн, главнокомандующий армии национальной обороны генерал Мин Аунг Хлайнг и председатель федерального парламента У Шве Ман. Лю Чжэньминь встретился и с лидером оппозиции, председателем Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи. Представитель КНР поздравил партию с победой на парламентских выборах 8 ноября. Глава китайской делегации заверил лидеров Мьянмы в том, что Пекин намерен и дальше поддерживать добрососедские отношения и выразил надежду, что стратегическое сотрудничество обеих стран поднимется на новый уровень развития. В свою очередь, руководство Мьянмы обещало содействовать процессу политического примирения и передать власть оппозиции мирным путем.